Больница продолжает работать всегда, круглыми сутками, все дни без выходных и без праздников. И в новогоднюю ночь, и 1 января это не исключение. И у нас 1 января вновь появилось два малыша. Стало доброй традицией, когда мы 2 января приходим поздравить мамочек, первых балаковцев, которые появляются в новогоднюю ночь, в новогодний день. Мы их поздравляем с рождением малышей. Прям под бой курантов, можно сказать, я получила первые схватки. Поехала через 3 часа в роддом, и буквально через 15 часов я получила уже на руки свое заветное чудо. Поздравляем вас с рождением вашей дочки. Спасибо. Рождение ребенка – это счастье для мамочки. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, мира, тепла, уюта в вашем доме. Чтобы ваша малышка росла бодрой и здоровой. Чтобы все были счастливы, чтобы все ваши мечты исполнились. 31 числа у нас было 6 родов. Вот 1 числа две женщины родили мальчика, родили девочку. Год для нашего перинатального центра прошел удачно. 1296 родов. Было 24% это роды, которые приехали к нам женщины иногородние. Очень интересные цифры есть по поводу многорожавших женщин. В этом году у нас было 3 женщины с родами 8-ми. Самая молодая многодетная мама – это мама, у которой в 21 год уже был 3-й ребенок. Самая юная наша мама – это мама девочка 14 лет. Самая возрастная мама – это мама с повторными родами в 46 лет.